Водителя спасателям пришлось вытаскивать из кабины при помощи гидравлических инструментов. Житель дома благополучно эвакуировался, хотя его дом, похоже, восстановлению не подлежит. Зато он был застрахован. Как рассказали владельцы дома, от полного обрушения крыши спасла недавно отремонтированная печь. Она выдержала удар. Проблем доставил и груз. Из прицепа вывалились емкости с эпоксидной смолой. Она не ядовита, но имеет сильный запах. И теперь у самоуправления проблема. Химию некому собрать. Мы пытаемся найти компанию, которая может это сделать, но там нужен сертификат на перевозку, сертификат на сбор, сертификат на утилизацию. Даже региональное управление среды не смогло нам посоветовать, какие компании это смогут сделать. Поэтому в самоуправлении пока даже не прогнозируют, когда последствия аварии будут устранены. Движение на этом участке трассы Виа Балтика перекрыто. Транспорт направляют в обход по городским улицам.